Всем добрый день. Почти 2 часа уже. Вот. Значит, температура совсем стала пригревать. 37, 38 почти. Значит, ну пол прицепа лишь прошел. Вот. Теперь, значит, вторая половина пошла. Ну, один я ящичек на экшн-камеру снял. Вот. А этот решил снять на телефончик, чтобы пытаться его отправить. Значит, на канал загрузить. Фу. Значит, берем. Это вторая семья, которая, ну, она чуть меньше пострадала, чем та предыдущая. Пчелу тут побило, когда оборвало. Вот. Но все ж таки. Так, ну будем доставать по 2 рамки, так быстрее, потому что пекло, все плавится, можно сказать. Значит, с весового я снял ровно 20 килограмм. Поэтому чистого липового концентрата но этот посерьезнее сундук, потяжелее, прям можно сказать, значительно. Устаешь, конечно, работать. Кстати, для справки могу рассказать такую вещь. Если вы устали и вам нужна быстрая подпитка, ну, кто занимается спортом или умственными нагрузками, вот, берете ложку меда или 2, съедаете. И буквально через каких-то полчаса у вас, можно сказать, прилив сил. Мед, в принципе, как энергетик можно использовать. Вот. Поэтому, когда работаете в холле, ну, по крайней мере, я язык оторвал, там, ложку зачерпнул, съел и... Легче переносится физическая нагрузка. Ну вот, теперь заглянем, что тут внутри. Ну, низ я не разбираю, он нам не интересен. Вот. Поэтому, так, для справки, можно сказать, снял кино. Вот. Всем удачи, до новых встреч.